Добрый вечер. В прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. На календаре 3 мая, четверг, и о главных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. На севере края в Енисейском районе из-за паводка эвакуировали более 20 человек. В деревне Фомка Енисей затопил дизельную электростанцию, дом и другие постройки. Сложилась ситуация в результате того, что кромку ледостава на реке Енисей догнал ангарский лед, выход ангарского льда. Красноярка избила фельдшера скорой помощи, которая приехала на вызов в одно из общежитий. Что грозит женщине за нападение на медика? Там серьезные травмы присутствуют, разрыв барабанной перепонки. Вопрос стоит о том, все ли в порядке со слухом будет. В Красноярске изменилась схема движения по 6 автобусным маршрутам. Еще 4 отменили. Как нововведение уже оценили горожане и специалисты мэрии. Это сегодня первый рабочий день. Значит, еще завтра мы будем стоять и уже будем смотреть, где-то будем добавлять машины. В столице края байкеры открыли сезон и огромной колонной проехали через весь город. Кто из известных красноярцев впервые к ним присоединился? Итак, в Енисейском районе из-за паводка эвакуировали больше 20 жителей деревни Фомка. Маленьких детей с мамами вывезли на вертолете МЧС. Всех их разместили в соседней деревне Кривляк. Специалисты отмечают, в зоне подтопления этот населенный пункт не был никогда. Всего в деревне Фомка 38 домов, там живут 125 человек. В этом году русло Енисея забило льдом настолько, что талые воды затопили окраину этой деревни. Подтоплена дизельная электростанция, в воде жилой дом и несколько подсобных помещений. В администрации Енисейского района сложившуюся ситуацию сегодня обсудили на селекторном совещании с оперативными службами края. Для круглосуточного дежурства в деревню была отправлена группа спасателей. Сложилась ситуация в результате того, что кромку ледостава на реке Енисей догнал ангарский лед, выход ангарского льда. В результате заторосило русло реки Енисей, и вода, паводковая вода, стала поступать на низменности, то есть окружила практически населенный пункт. Кроме того, сегодня стало известно, что из-за паводков уже затоплена дорога в Енисейском районе между поселком Новоназимово и деревней Сергеево. К паводкам готовится в селе Ярцево. Ситуация с разливом Енисея в этом районе находится под пристальным вниманием спасателей. И о другой стихии. В прошедшие выходные горел лес на Торгашинском хребте рядом с заповедником Столбы. Огонь распространился почти на 5 гектаров. Из-за сложного рельефа спецтехника не могла подъехать к месту ЧП. Для тушения пришлось задействовать вертолет Ми-8. Он сделал несколько заходов, чтобы залить водой всю необходимую площадь. По информации МЧС, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем на территории ближайшего садового общества. При этом ни дачные дома, ни территории заповедника не пострадали. Напомню, в крае введен особый противопожар режим. За его несоблюдение нарушителя ждет штраф и даже уголовная ответственность, если возгорание приведет к серьезным последствиям. В Норильске пьяный водитель сбил на тротуаре 2 девочек 8 и 9 лет. Они были доставлены в городскую больницу с различными травмами. Одна из них в тяжелом состоянии. Инспекторам удалось установить, что дети дожидались возможности перейти дорогу по пешеходному переходу. Именно в этот момент на них наехал автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина. По его словам, машину занесло на обледенелой дороге. Кроме того, у водителя нет прав, он только проходит обучение. Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор. В Красноярске прямо на вызове сбили фельдшера скорой помощи. По данным следователя, все произошло накануне около 6 часов вечера. Вызов поступил из Свердловского района с улицы Ключевской. Там в одном из общежитий женщина получила ножевое ранение. Когда бригада медиков приехала к ней на помощь, выяснилось, что пострадавшая, у которой было порезано плечо, очень пьяна. Вместе с ней в комнате находилось еще 5 человек. Они провоцировали конфликт, но даже несмотря на это, пациентки все-таки помогли. Она этого не оценила и напала на женщину-фельдшера скорой. Немотивированная агрессия в алкогольном опьянении, не знаю, там снимали на телефон, угрожали. Попыталась удалиться с места, но ее догнали. Ну и вот получилось так, что отобрали телефон, начали его разбивать. Ну, а после этого нанесли удары по голове, наносила удары руками и ногами. То есть там преимущественно травмы получила наша фельдшер головы. Там серьезные травмы присутствуют, разрыв барабанной перепонки. Вопрос стоит о том, все ли в порядке со слухом будет.
Медики доставили ее в больницу, ей оказана была медицинская помощь. Сейчас она находится дома на амбулаторном лечении. Насколько я знаю, пострадала она достаточно серьезно. По крайней мере, сегодня ей трудно даже говорить по телефону. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. В настоящее время опрашиваются свидетели конфликта, медицинские работники, устанавливаются сами участники конфликта. В Канском районе в селе Филимоново трехлетняя девочка выпала с балкона третьего этажа. Сейчас ребенок с множественными травмами находится в больнице. Как сообщают полицейские, родители девочки хотели скрыть произошедшее и сообщили врачам, что девочка упала с горки. Однако полицейским удалось выяснить, что случилось на самом деле. На место сразу же выехали инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. Полицейские выяснили, что накануне происшествия 31-летний отец ребенка выходил на балкон курить, после чего забыл закрыть за собой дверь. Утром, когда взрослые спали, девочка проснулась, вышла на балкон, забралась на стоявшее там кресло и с него выпала на землю. По данным межмуниципального отдела МВД России Канский, семья пострадавшей девочки на профилактических учетах не состояла и ранее в поле зрения правоохранительного ведомства не оказывалась. В Красноярске изменилась схема движения на 6 автобусных маршрутах. Как ее оценивают пассажиры, расскажем далее. Вы смотрите новости на канале Енисей, мы продолжаем. Сегодня первый рабочий день, когда красноярцы смогли ощутить отмену 4 автобусных маршрутов и изменение схемы движения еще 6 рейсов. С самого утра на остановках общественного транспорта дежурят контролеры администрации и наш корреспондент Евгения Шелковникова. О плюсах и минусах новой схемы в ее сюжете. Уже 3 дня на этой информационной таблице устаревшая информация. Из 7 автобусных маршрутов жителей района Дворца культуры Кировский обслуживает только 5. Взлетка и междугородний автовокзал без пересадок стали вообще недоступны. Чтобы доехать до остановок на Красноярском рабочем, приходится набиваться в единственный оставшийся 55-й маршрут. Народу очень много ездит на Красноярский рабочий. А одного автобуса 55-й уже ходит почти полный с цементников. Поэтому... не знаю, как будет. И так как бы в час пик достаточно плотное было в автобусах много, а как бы сейчас еще хуже. И вот уже стою 10 минут, пока автобусов не было. В железнодорожном районе на остановках с самого утра не разбериха. Многие еще не знают о переменах. Кто-то ищет актуальную информацию в интернете. Здесь отменили 84-й маршрут, добавили 52-й и перенесли путь следования 88-го автобуса. Несмотря на то, что в целом на улице Калинина ситуация с общественным транспортом улучшилась, некоторые местные жители изменениями недовольны. Нам сейчас не проехать никуда. Вот 84-й так хорошо ходил. 84-й очень жалко, что его нет. Мы не можем на Крас-ТЭС, например, поехать, да? Крас-РАП для нас закрыт, пересадка. Неудобно. С пересадками через центр. То есть 1,5 часа. Вот я в Зеленую Рощу на работу езжу, 1,5 часа уходит на дорогу. Таким образом, пересадочных маршрутов сейчас прибавилось, а стоимость проезда никто сбивать не торопится. В городском департаменте транспорта сложившуюся ситуацию оценивают оптимистично. С самого утра пассажиропоток и трафик изучали контролеры, а на Предмостной площади с 7:30 утра дежурил лично начальник отдела организации перевозок Игорь Манченко. Он говорит, что за час не заметил ни одного переполненного автобуса. Ну, постараемся отрегулировать это. Ну, это сегодня первый рабочий день. Значит, еще завтра мы будем стоять и уже будем смотреть, где-то будем добавлять машины, где-то сокращать интервалы. То есть это уже, ну, рабочее состояние такое будет. Будем смотреть и корректировать. В департаменте подчеркнули, что на этом транспортная реформа в краевом центре не закончена. Чиновники по-прежнему ориентируются на заявки пассажиров, которые сообщают о проблемных точках. Например, прорабатывается вопрос о добавлении маршрутов в микрорайоны Образцово, Водники, запуск троллейбусов до Ветлужанки. Ну и без явных положительных изменений не обошлось. Добавились маршруты в активно застраивающиеся микрорайоны. Так, на 87-м теперь можно уехать до конечной мясокомбината, а на 52-м попасть в новые жилые массивы микрорайона Пашиной. Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко. Новости.
Почти 100 новых машин для уборки городских улиц закупит мэрия Красноярска в этом году. Речь идет о самосвалах, автопылесосах, поливальном и моечном оборудовании. Приобрести планируют также снегопогрузчики, грейдеры и бульдозеры. В первую очередь поступит летняя техника. Машины возьмут в лизинг, то есть в долгосрочную аренду с возможностью выкупа. Всего на эти цели из бюджета краевого центра выделен 1 000 000 000 рублей. Тратиться эта сумма будет частями до 2022 года. Первая партия спецтехники прибудет в Красноярск уже в ближайшие месяцы. Единовременно поступят в город большое количество универсальных машин, самых современных. Там и пылесосы, и комбинированные дорожные машины, там и поливальная техника. В общем, все, чего не хватает, в город должно быть поставлено до конца этого года. На правобережье Красноярска в районе остановки торговый центр начали сносить павильоны. Сейчас предприниматели вывозят товары и оборудование. В некоторых торговых точках уже демонтированы окна, двери, внутренняя обшивка помещений. В мэрии поясняют, эти временные сооружения появились здесь еще в 90-е. Некоторые были установлены вообще без всякого согласования. На сегодняшний день договор на право аренды земли и размещения истек практически у всех владельцев здешних павильонов. В районной администрации готовы сотрудничать с частниками. Именно такое решение вопроса. То есть это предоставление компенсационного места и, соответственно, заключение договора на более длительный срок с департаментом города и получение каких-то компенсационных, кроме всего, компенсационных мер. В парке Роев ручей подорожали входные билеты. На что пойдут дополнительные деньги, смотрите далее. В эфире новости. Побывать на местах боевой славы Великой Отечественной войны и посетить солдатские захоронения фронтовых лет теперь могут 1000 жителей края. В регионе действует специальная соцпрограмма, по которой дети погибших защитников Отечества могут съездить к могилам своих родителей-героев. Подробности в сюжете Сергея Сеславина. Это фотография до войны. До войны это где-то примерно, наверное, 40-й, может, 39-й год. На снимке солдат Ленинградского фронта Степан Шаферов. Погиб он, скорее всего, при артобстреле во время прорыва блокады в 43-м. Его сыну Анатолию, который и рассказывает эту историю, тогда было 5 лет. Отца он не то чтобы помнит, скорее представляет по письмам и рассказам старших тогда родственников. Всю сознательную жизнь Анатолий Степанович хотел побывать на могиле отца. И вот, наконец, поездка запланирована. Вылет в Санкт-Петербург уже через несколько дней. Там очень большие захоронения, есть много братских могил, но мы не нашли нигде, где написано, вот Шаферов Степан Дмитриевич. Мы все прошли, но это было вот где-то в 16-м году. Вот сейчас, почему я говорю, что вот сейчас еду, я уже еду конкретно там, где стоит обелиск, и где вот написано, что мой отец вот именно там лежит. А это единственная фотография отца, которая сохранилась у Нины Байкаловой. Сама она родилась уже после того, как ее папа отправился на фронт. Воевал Демьян Брюханов тоже на Ленинградском фронте. Мемориал, где он похоронен, дочь посетила в прошлом году и собирается съездить туда снова в следующем. Я видела дядю, а он очень здорово был похож на папу. Я думаю, как было бы замечательно, если бы мой папа был жив. Он такой мастер на все руки. Ну вот, мне передалось это. Я просто память храню о нем. А где больше реализовать свое почтение к родителям? Только на месте захоронения. И Нина Байкалова, и Анатолий Шаферов – дети погибших защитников Отечества. Этот статус дает им право получить компенсацию потраченных денег на дорогу до места захоронения или гибели родителей фронтовиков. Все, что для этого нужно – принести в свою соцзащиту все билеты и написать соответствующее заявление. И мы считаем, что это вот важнейшая мера, не только мера социальной поддержки, это важнейший институт памяти о Великой Отечественной войне, который позволит действительно вот сохранить эту преемственность поколения и чувствовать себя причастными к поколению победителей. Пока что этой мерой воспользовались чуть больше 200 жителей нашего края, но в министерстве отмечают, что с каждым годом такая возможность появляется у все большего числа людей. Статусом «Дети погибших защитников Отечества» обладают более 35 тысяч жителей Красноярского края. Список постоянно расширяется благодаря работе поисковых отрядов, которые устанавливают личности и места захоронения фронтовиков. А это значит, что все больше людей смогут лично возложить цветы к могилам своих героических предков. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости.
Более 2500 километров проехали участники акции «Поздравь ветерана с победой». Большой автопробег по Красноярскому краю, который стал уже традиционным в преддверии 9 мая, завершился концертом в центре региона. О том, как проходила патриотическая акция и о впечатлениях участников, в сюжете далее. Когда я вырасту совсем, совсем большой, хочу я быть как дедушка, герой. 4-летний Матвей еще не все буквы выговаривает, но уже знает, что такое победа в Великой Отечественной войне. Он самый маленький участник автопробега, который наравне со взрослыми ездил по городам и селам и поздравлял ветеранов Красноярского края. Акция проходит уже 6-й год подряд. И в этот раз участники проехали по восточным районам региона. Начинали с Березовского района, потом Уярский район, Тосеевский, Дзержинский, Абанский и Богучанский район. Добрались до Богуча. То есть около 2000 километров проехали мы туда и обратно, плюс 500 километров. Это вот мы делали ответвление по пути маршрута и заезжали в отдельные деревни, чтобы поздравить, если там живет хотя бы один ветеран, чтобы его поздравить с Днем Победы. Всего за время автопробега поздравили 50 участников Великой Отечественной войны и более 100 тружеников тыла. Самому старшему из них 98 лет. Встречи проходили не только в гостях у ветеранов, но и в домах культуры или на железнодорожном вокзале, как это впервые было в Уяре. Участники автопробега пели песни с главными героями праздника и записывали их истории военных лет. У меня каждый раз сердце сжимается, когда я сижу рядом с ветераном, или он что-то рассказывает, или я ему пою, или мы вместе поем, вот как в этот раз было. И мы ездим, мы поздравляем, и дай бог, будем еще много лет ездить, пока хоть один ветеран жив. Автопробег завершился концертной программой и поздравлениями для красноярских ветеранов. Они отметили важность участия молодежи в таких мероприятиях. Очень хорошо, что участвует молодежь, понимаете, это очень хорошо. Молодежи надо знать прошлое. И надо относиться к этому прошлому, так же, как и всему старшему поколению, с уважением, с добротой. И беречь память и о близких, родных, и о тех, кого они узнали из ветеранов. Организаторы подчеркнули, что неохваченными остались еще северные территории региона. Поэтому туда, возможно, участники отправятся в следующем году, чтобы поздравить каждого ветерана нашего края. А в Красноярске будут проходить и другие памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Например, акция «Бессмертный полк», участники которой пройдут по проспекту Мира 9 мая в 13:30. Ярослав Цымбал, Алексей Овсянников, новости. Каннский мужчина 16 лет жил без паспорта. Документы украли еще в 2002 году. Главной проблемой при их восстановлении стало то, что мужчина является гражданином Узбекистана. И уехать на родину для восстановления документов без документов было просто невозможно. Подробнее об этой истории расскажет Леонид Юрков. Большую часть своей жизни Расул прожил в России. Из родного Узбекистана еще в 80-х его отправили служить на Дальний Восток. После распада Союза он остался в России и поехал на заработки в Сибирь. Подрабатывал разнорабочим на стройке, продавцом фруктов. Словом, брался за любую работу. Приехал маленькие деньги зарабатывать. Все, распад Союза, все это было. И потихоньку что-то привык здесь. И меня я потерял в Красноярске. Меня в автобусе вытащили, паспорт так и не вернули. И это вот и долго мучился, 16 лет. После того, как в 2002 году паспорт украли, Расул оказался в безвыходном положении. В России документ еще СССРовского образца восстановить не могли. В то же время пересечь границу и вернуться на родину без паспорта невозможно. Повезло, что в базе данных осталась информация о прописке в Каннске. Все эти 16 лет Расулу пришлось жить и работать в стране, по сути, нелегально. Официально не устроишься. В больницу, ну ладно, в больнице это заплатил деньги, пошел. Ну это человек 12 лет проработал, ни стажа, ничего. За это время у Расула появилась любимая жена и дочь. Но оформить брак официально без паспорта невозможно. Как и выехать за пределы города. Ведь любая проверка сотрудниками полиции приводила к тому, что мужчина оказывался в камере. Только полицию аж подпрыгивал другой раз. Полицию вижу быстрее, как это сам, как уголовник, убегает. Потому что просто так держали по двое, по трое суток держали, бывало. Но именно сотрудники полиции и помогли Расулу получить новый паспорт. Сообщаем вам, что решением Главного управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю вы приняты в гражданство Российской Федерации. Получите паспорт гражданина Российской Федерации. Спасибо. Пожалуйста. Я очень рад, долго ждал.
Все благодаря поправкам в законе, который дает право стать гражданином России всем, кто в 90-е приехал в страну из республик бывшего Советского Союза. Так как гражданин Рахмонов прибыл на территорию Российской Федерации до 1 ноября 2002 года, он был вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство. Кроме долгожданного паспорта, сотрудники полиции вручили Расулу и его семье памятный подарок – рамку для семейных фотографий. И это не случайно, ведь уже в июне пара планирует закрепить свой брак официально. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости. Красноярский Рой-Фручей открыл летний сезон и повысил цены на билеты на 50 рублей. Теперь взрослые могут посетить зоопарк за 350 рублей, а дети за 150. Однако первое время будет действовать старая цена. Но для этого надо прийти с 9 до 10 утра. Руководство отметило, что повышение вынужденное и связано с восстановлением инфраструктуры зоопарка. Например, в ближайшее время будут восстанавливать пруд для птиц, который уже обветшал и требует ремонта. Также необходимо обновить многие вольеры для животных. А самым грандиозным станет проект стоимостью 130 миллионов рублей. Это целый комплекс для северных животных, центральное место которого займет вольер для белых медведей. Планируется и расширение территории. Роеву ручью в этом году передали дополнительно 20 гектаров земли в сторону заповедника Столбы. Все мы прекрасно знаем, как у нас не здорово с вентиляцией в здании экзотических животных. Большие затраты, но на них тоже нужно идти, потому что это благополучие как наших питомцев, так и наших посетителей. Но это только, так сказать, поддержание, да, зоопарка в должном состоянии. Но есть ведь еще и развитие. Мы все прекрасно понимаем, как сильно изменились стандарты за последние буквально 5-10 лет зоопарковского дела. Следующая неделя в Красноярске будет прохладной. Этой ночью жителей краевой столицы ждет первое похолодание. Температура опустится до минус 2. Днем воздух прогреется всего до 8 градусов тепла. Причем синоптики прогнозируют порывистый ветер до 14 метров в секунду. В выходные теплом также не порадуют. Ночами нас ждут заморозки. Днем в субботу около плюс 9, в воскресенье всего 5 градусов выше 0. Будет идти снег. Рабочая неделя начнется с минус 7 в темное время суток. Днем от 3 до 5 тепла. Немного потеплеет лишь ко Дню Победы. Воздух прогреется до плюс 10. Ночью возможен небольшой снег, который сменится дождем. Затем синоптики обещают резкое потепление до 17-22 градусов, которое придет лишь на 3 дня. Затем температура вновь опустится, но уже не так сильно, как на этой неделе. До плюс 10-12 выше 0. До 10 числа у нас просто будет в атмосфере господствовать северо-западный поток воздушных масс. Соответственно, поскольку на северной территории еще арктический воздух он достаточно холодный, поэтому к нам будет поступать вот такая холодная воздушная масса. А к 10 числу просто будет смещаться циклон вот в этом северо-западном потоке, но в переднем части вот этого, когда смещается циклон, когда вообще не идут, у них, как правило, кратковременно возникает такой юго-западный поток, и вот этот теплый воздух со Средней Азии получает возможность проникнуть на нашу территорию. Тысячи байкеров открыли сезон в Красноярске, проехав через весь город. Как это было, расскажем далее. В эфире новости на канале «Енисей». Футбольный «Енисей» одержал очередную победу в матче 36-го тура футбольной национальной лиги. Наши ребята на своем поле обыграли астраханский «Волгарь» со счетом 2-1. В первом тайме команды голов друг другу не забили. А во второй половине встречи на 61-й минуте первым взятием ворот отметился Александр Кутьин. Через 10 минут астраханцы сравняли счет. Но в концовке встречи Валерий Кичин с пенальти принес победу «Енисею». Еще раз напомню, окончательный счет 2-1 в нашу пользу. За две игры до конца чемпионата красноярский клуб занимает третье место в турнирной таблице. Сибиряки продолжают претендовать на выход в премьер-лигу, уступая ближайшему конкуренту всего 2 очка. Следующую встречу «Енисей» проведет 6 мая в Ярославле против местного «Шинника», а затем сыграет дома против питерского «Динамо» 12 мая. Красноярские мальчишки победили во всероссийском соревновании по футболу для детей-сирот. Известная команда «Тотем» уже не раз возвращалась домой с кубками и медалями, в том числе и соревнований мирового уровня. Что в планах юных победителей? В сюжете далее.
8 ребят из Красноярского детского дома номер 1, немного смущаясь, показывают награды. Кроме первого места соревнования, они умудрились взять еще 3 дополнительных приза. Статуэтки лучшему вратарю, лучшему нападающему и лучшему защитнику. Оно и неудивительно, если учесть, сколько сил на это было положено. Ты как давно футболом занимаешься? 6 лет. А к чемпионату как готовился? Ну да, на тренировки ходил, готовился. Как часто вы тренировались? Ну, 3 раза в день. Тяжело было? Ну да, было. В отборочных турах перед соревнованиями участвовали порядка 500 команд со всей страны, и в итоге на финальный этап в Сочи приехали 17. Клуб «Тотем» там уже постоянный гость. Первый раз воспитанники Красноярского детского дома стали лучшими в России в 2010-м, а 2 года назад и вовсе выиграли чемпионат мира среди детей-сирот. Конечно, состав команды с тех пор сменился, кто-то из ребят вырос, кого-то усыновили. Но профессиональный уровень клуба держится все на той же высокой отметке. Но вообще очень было тяжело ребятам играть в такой жаре, очень жарко, там плюс 30 на солнце. Вот. Плюс новые условия, ребята волновались. Но мы по ходу турнира поприбавляли, добавляли, и финальная игра, в принципе, меня устроила. Последний матч прошел особенно трудно. Парни из Магадана сравняли счет к концу игры, и только 4 штрафных удара определили победителей. 2 красноярских мяча оказались в сетке соперника, а 2 их мяча отскочили от наших ворот. Что тебе больше всего запомнилось из чемпионата? Пенальти. Расскажи, как ты? Ну, не попали, 2 штанги. Главный приз для победителей – поездка в Лондон. Осенью мальчишки отправятся в гости к британскому «Арсеналу», встретятся со знаменитыми футболистами и сыграют товарищеский матч с молодежным составом клуба. Сергей Сеславин, Мария Антюшева, Максим Галат. Новости. Дух свободы, море адреналина и брутальная техника. Всего этого было в избытке на острове Татышев в минувшие выходные. Там открылся мотосезон 2018. В этом году событие собрало рекордное количество участников и зрителей. Как это было в нашем сюжете. Только так и никак иначе мог открыться красноярский мотосезон. Концентрация брутальности и тестостерона на острове Татышев зашкаливает. Здесь собрались около 1500 суровых байкеров. Бороды, кожаные куртки и, конечно, крутые мотоциклы не только со всего нашего края, но и столицы привлекли внимание 10 тысяч зрителей. Известный мотокаскадер Александр Андреев также принял участие в шоу. Его трюки просто заворожили тех, кто пришел на праздник. Причем москвичи по-настоящему удивились сплоченности нашего мотосообщества. Совет мотоклубов, мотоклубы – это всегда приятно, когда нет какой-то такой странной конкуренции, потому что дорога для всех одна. Вот, и это, конечно, подкупает, и мне очень нравится, очень нравится. И главное, нравится масштаб, я не ожидал увидеть. В этом году впервые в рядах красноярского мотосообщества заметили главу города Сергея Еремина. Он осторожно въехал на площадку на двухколесном БМВ, припарковался и пошел осматривать технику. Говорит, чтобы выехать в город, пришлось потренироваться. Он очень давно не сидел на байке. Хотя первым средством передвижения мэра был старый добрый Иж Планета 5. Мы с ним, конечно, пацанами колдовали. Тоже были забавы. И эти глушители там вытащить, и как-то его там разукрасить, там катафоты и так далее. Все это, конечно, в детстве было, поэтому такой элемент ностальгии, он тоже присутствует. Такую технику можно было увидеть на острове Татышев. В день открытия сезона там устроили выставку. Глаза горели как у заядлых байкеров, так и у тех, кто через пару десятков лет придет им на смену. Ну и, конечно, не обошлось без соревнований на самый громкий выхлоп. Звук, который уж точно ни с чем не перепутаешь. Байкеры в технике управления двухколесными. Оказывается, на медленной скорости держать баланс очень сложно. Но все это было подготовкой к самому главному событию дня. Старту огромной мотоколонны, которая прошла по красноярским улицам. Настоящая байкерская река, текущая по мостам и магистралям, заставляла горожан остановиться, достать телефоны и снять все это действо. Уже традиционно в колонне проехал мотовзвод полка ДПС. Причем в этом году к ним присоединился начальник краевой автоинспекции на Харлее. Если не можешь устранить безобразие, нужно в нем принять участие, правильно? Поэтому, я думаю, на моем примере все
мотобайкеры будут соблюдать правила дорожного движения на территории города Красноярска, тем самым будет обеспечена безопасность дорожного движения. А тем желающим, кто все-таки хочет свой выплеснутый адреналин, как я уже говорил, в ближайшее время будет реализован проект на Красном кольце, где все это можно будет показывать. Там будут гонки на всех скоростях. Теперь до самых холодов байкеры будут полноправными участниками дорожного движения. Водители четырехколесных просят об этом не забывать и с уважением относиться к тем, кто делит с ними дорогу. Алина Штоколова, Александр Ермашенко. Новости. На этом информационный выпуск завершен. В 21:30 смотрите на нашем канале художественный фильм «Город на границе» с Дженнифер Лопес и Джоном Норманом в главных ролях. А свои новости сообщайте по телефону 236-0136. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете enisei.tv.